Идея создания благотворительной организации «Белая книга» родилась у Германа Токарева достаточно давно. Однако официальным днем рождения проекта считается 18 марта 2021 года. И именно тогда 10 единомышленников, которые поддержали идею Германа, собрались вместе и приобрели произведения мировой литературы в подарок для детей-сирот. Ну, самые известные произведения, которые у всех практически на слуху. Был красивый бокс такой, специально созданный из дерева, с логотипом «Белая книга». И вот мы подписали, каждый подписал издание, запаковали в этот бокс и отнесли в детский дом. Идея дарить книги мечты понравилась участникам проекта. Команда пополнялась новыми людьми, акции становились масштабнее, а мероприятия превратились в настоящий праздник для детей. Но начнем с того, что я очень люблю детей. И хотелось помогать, ну вот не взрослым людям, а хотелось помогать именно детям. И у нас в городе, ну, есть и дети, которые остались без родителей, и дети из малообеспеченных семей. У них тоже, ну, не хватает на все средств, да. Есть дети с особенностями развития, их очень много. И, ну, как ни крути, эти дети тоже, ну, любят книги, любят читать. Герман Токарев, как писатель, с особым азартом относился к очень необычным заказам. Желание девочки с особенностями развития, которая мечтала о книге «Гарри Поттер», стало настоящей проблемой для команды «Белой книги». И вот мы задумались, а где же найти эти книги? Покупать БУ? Ну, как-то не хочется. БУ, да, можно было найти, но, как правило, они потрепаны, либо уже там, пришедшие в негодность. И в итоге мы вышли на частную типографию, сделали ей заказ. Они отпечатали все эти 7 книг о Гарри Поттере в том самом переводе, в котором нужно, в твердой обложке, все один в один. И мы подарили вот девочке полный комплект Поттерианы. И плюс к нему там еще была карта мародеров, шарф Гриффиндор, талисман Дары Смерти, вот этот, который в 7-й части появляется. И, по-моему, диплом об окончании Хогвартса. Помимо участников проекта, на встречу шли и неравнодушные жители города. Книгу «Эра милосердия», по мотивам которой снят сериал «Место встречи изменить нельзя», не могли найти ни в магазинах, ни среди букинистов. И когда мы уже провели эту акцию в детском доме и подарили все книги, вышел сюжет на канале «Пульс» об этой акции. Там рассказали о том, что эта девочка хотела «Эру милосердия», но книги нигде не оказалось. И мне на следующий день в редакцию телекомпании позвонил мужчина. Он у нас на рынке продает книги старые. И он говорит: вы знаете, у меня есть эта книга, и я готов вам подарить ее, чтобы вы отдали девочке. Горящие глаза детей, благодарных за воплощение своей мечты, не оставляли никого равнодушным. Дети, не избалованные вниманием, с особой нежностью и трепетом встречали участников проекта. Были и особые случаи, которые вспоминают с трепетом и сегодня. Она, ну, она маленькая была, ей 3 годика, по-моему, было. И я помню, что она... Ну, очень много взрослых было, и я взял ее на ручки, и она так меня обняла, это было вообще так мило. В общем, я потом к этой девочке притерся, можно так сказать. Я прирос к ней. Я потом привозил ей вкусняшки. И даже была идея, может быть, ее удочерить. Потому что, ну, это ребенок настолько нежно он к тебе отнесся. И когда ребенок тебя обнимает, и ты понимаешь, что, ну, у этого ребенка никого нет, ни мамы, ни папы, и ей очень тяжело без родительского тепла, и эти эмоции, они непередаваемы на самом деле, когда ты вот таким детям помогаешь, это очень тяжело и светло одновременно.
Одна из участниц проекта «Белая книга», азовская художница Юлия Майер, именно после того, как провела мастер-класс с особенными детьми, стала работать с такими ребятами. И даже вдохновилась на создание собственного художественного проекта «Солнечный гость». В настоящее время команда «Белой книги» подарила около 200 печатных изданий и включает в себя более 50 участников. Но современные реалии временно изменили политику проекта. И сегодня «Белая книга» активно занимается сбором гуманитарной помощи мобилизованным азовчанам. Участник нашей команды, он просто предложил, может быть, мы тоже чем-то поможем. Да, у нас специфика проекта не направлена на взрослых людей. Она направлена все-таки на детей в большей степени. Но, говорит, может, в порядке исключения проведем эту акцию. Я с большим удовольствием это все поддержал. Написал в наш общий чат, команда тоже это поддержала, то есть да. Мы провели первую акцию, собрали, по-моему, 27 тысяч мы собрали там за несколько дней. На эту сумму приобрели необходимое продовольствие для военнослужащих азовчан. Но даже после закрытия первого сбора деньги продолжали поступать. И мы начали организовывать второй сбор. Провели и его, собрали опять неплохую сумму денег, опять купили все, что нужно, отвезли. И вот сейчас уже заканчивается третий сбор. То есть мы только заканчиваем один, а деньги все равно от людей идут. То есть люди все равно продолжают поддерживать. Все желающие, кто также хочет помочь мобилизованным азовчанам, могут отправить абсолютно любую сумму по номеру телефона 8-950-844-22-56, который привязан к банковской карте. На собранные средства будет закуплена необходимая гуманитарная помощь и отправлена нашим ребятам в зону специальной военной операции. Подробную информацию можно получить на официальной странице «Белая книга» ВКонтакте. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо.